Что это такое? Что это за цвет такой красивый? Ну-ка, 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 ну-ка. Это опять я. Я так рад, что поеду в Ленинград. В общем, вчера с нашей родственницей. Да, да. Мы договорились, что она сегодня придет меня стричь. И она меня постригла. Потому что уже все был трындец капец. Ну да, да, Чарли, да, да. Всем привет, кстати. Я поздоровалась, не поздоровалась. Или от радости, что даже забыла поздороваться с вами. Я сегодня даже накрасилась, да. Так как у нас похолодало, прохладно стало. Я решила красивой стать. Вот, я уже... А вот, кстати, краску-то для чего я купила? Для того, чтобы покраситься. Ти моя радость. Вот. Смотрю телевизор, там все у нас разговаривают про то, что как дети пойдут в школу. А в школу они пойдут. Но у нас, знаете, никакие ни родители не хотят, чтобы дети пошли в школу. Что с ним такое? Вот. Не хотят пускать в школу детей, а дети хотят в школу. В общем, вот такая у нас полемика идет. Посмотрим. Каждый регион идет в школу. Он не как в России 1 сентября. Нет, у нас не идут. В каждый регион ставит себе сам, когда в школу. Где-то 7 сентября пойдут. И вообще, знаете, маленькие детки идут в одно время, повзрослее детки идут в другое время. В общем, это каждый год по-разному. Ладно, я сейчас уже буду собираться и, можно сказать, домой идти. Съездила в Меркадону. Я что-то давно так в нее не ездила. Кое-что купила. У нас тут полиция стояла и уже уехала. Вон там стояла полицейская со всеми этими, с огнями, со всеми делами. И куда-то уже. Только я за камерой схватилась, она уже уехала. Испугались меня. А нет, там что-то происходит все еще. А, видимо, знаете что? У нас сегодня нужно машины менять. То есть они там полмесяца стоят на одной стороне, полмесяца на другой стороне. И сейчас, видимо, тут одна коза живет вот здесь, вот в этом доме. И она звонит постоянно в полицию и жалуется на всех. И вот, видимо, полиция сейчас штрафует. Тот, кто не переставил машину, они их штрафуют. Вот, вот эта вот коза. Тут все жители, все соседи, да замолчи ты, дай поговорить. Все соседи, короче, на нее жалуются, что она, если что, сразу в полицию звонит. Какая-то... Но видно, что у нее с мозгами не все в порядке. Дур какая-то. Че ей машины мешают? Ну подумаешь, пару часиков поставят на другой стороне. Ничего страшного. Пипец. Пока тут раскладываю покупки, я поставила картошку варить. Пюрешечку. Вот. Вообще в банк должна была идти. Потому что вчера пришло какое-то уведомление, что будут что-то непонятно что. В общем, денег не хватает на счету, непонятно что. Тры-тры-тры. Мы сделали крупную покупку. Когда ее привезут, я вам все обязательно покажу, расскажу. А пока, как говорится, ждем. И вот надо было денежки положить что-то, а тут как раз что-то хотели с меня содрать, в общем, непонятно что, и я хотела пойти в банк, а потом сегодня захожу на свою страницу-то в банке, а там, оказывается, все уже... А, нет, я вчера или позавчера положила деньги, нет, вчера пошла положила деньги, в общем, сегодня гляжу их, уже там опять с Гулькин нос. Гуля, привет! Вот, потому что сделали крупную покупку. Но все заплатила, что надо было платить. И мэрия, или как ее тут, аюнтаменту мэрия, что-то взяла тоже 119 евро, да что-то, в общем, содрали. Сейчас муж звонит, ты типа ходила в банк? Я говорю, нет, потому что уже все взяли. И что-то, говорю, мэрия взяла 119 евро за что-то. Он говорит, это за машину, налог за машину содрали с меня. Вот. А я точно вспомнила, что в прошлом году мне приходил вот этот вот квиточек из домой, в общем.
я должна была его идти и сама оплачивать. И когда была в банке, они мне сказали, хочешь, мы тебе на следующий год сделаем, что это платится автоматически. Но я так подумала, думаю, ну да, о чем платить, все равно надо. А зачем мне сюда тогда ходить? Говорю, да, конечно. Ну вот, а голова дырявая, не вспомнила. Вот муж подсказал. Короче, одни растраты вообще. Что-то как-то я все разложила некрасиво. Ну ладно, сейчас покажу вам, что я тут купила. Даже чек сохранила, смотрите. В общем, что я тут купила? Взяла вот такие лавашики. Рубль 11 стоит. Чуть, мне кажется, они подорожали. Грудинку запеку, сделаю себе типа кебаб или кебаб, как хотите, так и называйте. Блинчики взяла попробовать, друзья. В Меркадоне их вот 4, 8 штук продается за 2,25. Не знаю, пробовали вы, не пробовали. Я вот что-то мне блинчиков хочется, конечно, все в холодильнике лежит, кефир. Но это надо делать, время. А я попробую. Ну, вкусные, невкусные, ну, посмотрим. Так, взяла еще мороженое. Нам вот это мороженое очень сильно понравилось. Тоже из Меркадоны. Вот такое называется Польвито. Вот. Это как Польво, это пыль. Пылинки. Пылинка. Что-то такое. Вот. Оно стоит этого мороженое, что стоит... Евро 81. Семечки взяла вот таких, тоже очень вкусные семечки. Они стоят евро. Урчата. Ну, такое молоко из корешков. Это муж любит пить за евро тоже. 52 копейки. Вот 4 этих. Ну, вы поняли. Я морковки много не ем, поэтому мне 4 этих хватит. А, понятно, сальчичес. Потом Чарли вот такие вкусняшки, рубль 50 для зубов. Ну, типа для зубов евро 98. Вкусняшка такая вот ему. И рубль 19, вот такие вот тоже вкусняшки. Все для Чарли, все давно ему не покупала. Купила, ну, типа Фанта Сэро. Я иногда так пью такую гадость, мне она нравится. Иногда очень хочется. Красная смородина. 65% фруктов. Арандану. Или это... Как его называют? Батарейка садится, твою мать. Черника. У меня закончился. Утром ем тосты с вареньем. Вот закончился. Купила. Вот такой этот. Ну, тоже специи. Он у нас стоит 75 копеек. 3 евро пол арбуза, 3,16 пол дыни, все по половинке. Когда жрать сильно хочется, жуют жвачки. Поэтому вот их жвачки купила. Чу, рубль 60 оно стоит. И 2 кабачка за рубль 15. А, ну вот грибы, рубль 81 тоже у меня. Ну, вроде бы все, больше ничего не купила. Грибочки, посмотрите, какие красивые. Поджарю там с лучком или с чесночком, с чем-нибудь забацаем. Такие вот покупки. Здесь у меня варится картофан. А в духовке у меня... Я вчера замариновала в соусе терияки. Подруга сказала, что очень вкусно. Этот, крылышки. Ну, сейчас потом достану, покажу. Индейки, крылышки индейки. Я их еще, знаете, когда... Когда пошла на работу, на 160 градусов, на 2 часа поставила. Вот, чтобы индейка, она все-таки потвердее, да. Вот, пришла. Они прям сейчас видно, что сготовились, но нужно поджарить. Подхожу к двери и чувствую запах гари. Думаю, блин, мои крылья сгорели нахрен. Вот, захожу домой. Думаю, нет, это не мои крылья. Это чьи-то другие крылья. Мои не сгорели. Чарли на любимое место. Так любит тут сидеть. Мое счастье. Да, 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 да. Обожаю. Пюрешечка. Смотрите, какие крылышки красивые. Загорелые. Но куда без огурцов-то? С помидорами. Всем приятного аппетита.
А в ресторане, а в ресторане, а там цыгане, а там гитара, а там цыгане. Это я к тому, что кому пюре. Муж говорит, хочу жареную картошку. Ну ладно. Это вот ему крылья и жареная картошка. Картошки, бараночки. Кстати, друзья, блинчики оказались супер-супер вкусными. Даже не ожидала, представляете? Обалдеть. Так вот, нежданно-негаданно можно покупать. И вот в охоточку, когда хочется, лопать. Сейчас такая выхожу на балкон посмотреть, гляжу напротив, женщина вешает белье, такая, ой, привет, привет. Я такая, такая, привет. С этим на голове такая, ла-ла-ла. Она сама тоже в ночнушке. Все по-домашнему, пипец. Небольшую перестановку здесь сделала. Смотрите, уже нагадил. Гаденыш. Вот этот цветок, что-то у меня, наверное, кранты ему скоро будет. Хотя вот с той стороны, вот смотрите, какой красивый. Я взяла уже отросток и, в общем, буду его сажать. Потому что там, наверное, корней дофига и больше. И просто он не справляется с вот этой вот горшок. Либо большой горшок нужен, либо вот надо его пересаживать. Ну вот я уже отросточек взяла. Прорастет. Тогда буду убирать вот этот, насыпать новую землю и сажать заново. Потому что мне он нравится, как смотрится с той стороны балкона, когда все вот так вот высвечивается. Вообще люблю, когда вот так с балкона цветы. Видите, внизу тоже там есть небольшие. Вот. Этот какой-то тоже какой-то непонятный. Я думала, он будет намного красивее, но он какой-то непонятный тоже. Хотя цветочки есть. Тут вот, видите, какашки. Потому что гости прилетают к моему Чучи. Да, он уже вон какой пернатый. Да, да, Чучи. У нас сегодня целый день пасмурно. Родственники были на пляже. И чуть ли не в фуфайках там были. Потому что, кстати, я вам себя не показала. Та-дам! А, беленькая такая. Я привезла краску. Вот, не знаю, покрашусь. Дня через два, чтобы башка немного отошла. Вот, потому что это обесцвечивающий порошок очень сильно жжет волос, все на свете. И что я говорила? А, что на пляже очень холодно, вода ледяная. И я сегодня, подруга пишет, говорит, пойдешь гулять? Я говорю, пойдем. Вот, опять на то же место пляж. Там потому что, знаете, мы туда ходим, там без масок можно ходить. То есть вышел на тропу эту. И все. Ты смотри, какая радость. И все. И пошел без этих масок, без всего дышать, как говорится, свежим воздухом. Вот. А если идти куда-то в другое место, то надо везде либо город много пересекать. Вот. И сегодня, кстати, мне уже нужно одеваться, а я тут с вами базарю. В общем, идем с подругой гулять. Сижу на полустаночке, в цветастом полушалочке. Или в чем там он сидит-то? Вот так вот Чарли гуляет, если я сижу. Если я сижу, то и он сидит. Что-то я раньше, что ли, вышла, или быстро добежала, что-то я не поняла. Ну, или подругам я не поняла, что я сегодня пораньше хочу выйти. В общем, не знаю, сейчас посмотрим. Пока сидим, ждем. Да, Митико? Мальчик мой. Дорогой, где же ты, что с тобой? О-о-о-о. Нам вон туда потом идти. Сижу за людьми, наблюдаю. Кто как ходит. А ты, Чарли, чем занимаешься? Расскажи нам о своей скучной жизни. Ну, расскажи что-нибудь, Чарли. Чарли не хочет. Он с нами общаться. А, вон бежит. Все, значит, мы друг друга поняли. Все правильно. А то другую думаю, вдруг она меня не поняла. Поняла. Какое-то на пляже осеннее настроение. Тут ебаки ебу ловят. Чарли, но молит-то. Тирпая. Тирпая. Ай. Мы сейчас хотим прогуляться по пляжу. Сегодня никого нету здесь. Чарли. Бенаки. Смотрите, какое классное все. Стихло море, но оно ледяное.
Краснота. Мужчина там что-то фоткает. Так, прогуляемся. До Тарунуэва дойдем как раз. Это вот там деревушка новая у нас. Ну, ой, новая. Ну, смотрите, сколько ракушек. Я вот еще не понимаю, зачем люди ракушки собирают. Зачем? О, мидии. Люди, зачем вы ракушки собираете? Да? Красота. Морем не пахнет. Ой, ракушки новые. А, так это же, наверное, Спарта. Или Порта. Ой, что там? Что там? Прям вообще. Ой, это все ракушки, прикинь. Ой. Смотри, вот и вот эти вот всем. Обалдеть. Непонятно. Ну да, глянь их сколько. Все ракушки. Я думала, песок. Во. Нифига себе. Это можно и порезаться ими же ведь. Будущий песок. А там уже, наверное, пляжи Тарануэва начинается. Тут такая деревушка. А здесь вот рыбаки все собрались. Рыбу ловят. Там порт. Я вот не люблю такой пляж. Я люблю, где гальк. Гальк, галюнь. Ой, господи. Маленький юрсай бежит. Вода холодная. Как ни странно это будет звучать. Почему странно? Потому что давно этим не занималась. Пойду смывать красоту. Давно не красилась, а сегодня вот красивая, нарядная, лучезарная. В общем, пошла я. А вам всего самого лучшего. С праздником вас, с праздником знаний. С 1 сентября, уже со вторым. Ну, в общем, всего самого лучшего. Всем пока-пока.